Nissan тестирует в Токио автопилот нового поколения. Одной из новинок Nissan, показанной компанией в рамках проходящего в эти дни автошоу в Токио, стал прототип системы автономного вождения ProPilot следующего поколения. Ожидается, что на дорогах Японии серийная версия автопилота появится в 2020 году. Прототип ProPilot установили на седан Infiniti Q50. Задача водителя ограничивалась вводом адреса в навигационную систему. Во время тестов автомобиль самостоятельно передвигался по улицам от начального до конечного пункта маршрута, используя информацию целой системы сонаров, 12 штук камер, 12 штук радаров, 9 штук и лазерных сканеров, 6 штук, а также высокодетализированную карту местности. Такое оборудование в паре с улучшенным программным обеспечением гарантирует полное ощущение того, что за рулем находится водитель вне зависимости от того, какие препятствия могут возникнуть на дороге. Наш прототип системы ProPilot следующего поколения демонстрирует технологии, которые будут доступны на дорогах общего пользования уже в 2020 году. Сегодняшняя демонстрация – еще один пример нашей успешной работы по созданию будущего автономного вождения для всех, сказал старший вице-президент по исследованиям и передовым разработкам Nissan Такао Асами. Ранее Nissan представила электрокара Nissan Leaf нового поколения с системой ProPilot, контролирующий движение по шоссе в рамках одной полосы. Линейка автомобилей, оснащенных этой технологией, продолжает расти, и в 2018 году ее получит Nissan Qashqai. Источник: Nissan. По материалам сайта newsgro.com.